В Ленинкенте появится новый насос для подачи воды. Городская администрация совместно с ОАО «Махачкала-Водоканал» устраняет аварию на насосной станции. На замену вышедшему из строя приобретен новый гидроагрегат, который сейчас транспортируют из Санкт-Петербурга. В течение 2-3 суток он будет установлен и введен в эксплуатацию. Проконтролировать работы и встретиться с жителями поселка прибыли представители власти. До этого для жителей по поручению Салмана Дадаева был организован бесплатный подвоз питьевой воды и раздача бутилированной. Напомним, жители микрорайона номер 4 поселка Ленинкент испытывают перебои в водоснабжении. Связано это было с неисправностью гидронасоса. Пока же надзорные органы призвали людей экономнее расходовать воду, пригодную непосредственно для питья. Да, надо перестать огороды поливать питьевой водой. Это же для питья вода, но не для огорода уже. Сейчас, Газават, наша основная задача, что джематам в мечетях тоже надо объяснить, чтобы открытую воду не оставляли. Имамам мечети скажите, пожалуйста, в первую очередь, чтобы они вот в ночное время полив-то уменьшили, потому что вот эта проблема, пока это насосная проблема, пока этот монтаж мы не закончим, в первую очередь. Весь день отключенный тоже дворовой обход организуйте вашими силами, ваших тоже больше актуализируйте сюда, чтобы по поселку ходили и где открыты их меры. Мы попросим главу Кировского, вот замы курирующие здесь, они тоже попросим, чтобы администрация тоже уделила на это внимание.